Аппарат. Да ладно. Все выигрывают, я не выиграю, да? Мы будем вам обрадовать. Зачем? Мы для себя. Реклама чего? Того, что РЖД, ну не достигнул, говорит, да? Билетов завтра больше хочет. Билетов до Новогиреева. Не дальше. Билетов больше хочет. Вы же нам рекламу делаете. Вряд ли. Честно, за сети, ёпта. Надумай. Ты умный человек? Я-то умный человек. Ну билеты по таким ценам, по которым вы предлагаете их покупать, но не будут все равно покупать. Молодой человек, ездите тогда на автобусах, станции метро, ездите, пожалуйста, если у вас будет вот на билет. Я езжу из Электрогорска. Ездите на автобус. Меня признают, но мне его оплачивают, мне хорошо. Но не всем же так хорошо. Правильно? У вас в Электрогорске турникет уже нет. Нет, конечно. И что? Нет, у меня проездной. Ну, а что ему, правильно? Она в автобусе ездит? Езжу периодически. Ну, платишь за себя? Ну, извините, меня на автобусе быстрее и комфортнее. Нет, ну, в чем твоя проблема? Не то, что не можешь заплатить за железную дорогу, плати за бензин. Ну, там все равно, выходит дешевле. А с роликами это стоит? Сегодня уже столько снимали. Чем больше выложишь, тем